Привет всем. Сегодня 14 августа 2023 года. Последний или предпоследний день перед обновлением 12.7. Сегодня я выполнил последнюю задачу боевого пропуска. Получил последние очки. И сегодня будет как минимум два корабля куплено. И если повезет, с контейнеров морское торжество еще что-нибудь упадет. Ну давайте приступим. Заходим в Адмиралтейство и смотрим, значит, испанские крейсеры. Чтобы купить Каталуну, нам не хватает 170 жетонов. Сейчас докупим. 170. Это у нас купить. 5 это 100, и купить еще 80, купить есть. Теперь нам хватает на Каталуну. Берем Каталуну. Да. Закрыть все. Следующий этап. Вскрываем контейнер «Морское торжество». Покупаем два. Пить. Идем в Адмиралтейство проверять. Первый. Есть. Товарищ Кутузов достался. И открыть второй. Ну, здесь не так все сказочно. Теперь то, к чему я так долго шел. Относительно долго, конечно. Это покупаем. Такой корабль, как Курфюрст. Ну, погнали. Сегодня за один только вечер я получил Кутузова, Курфюрста, целую линейку кораблей Испании, в том числе и Каталуну, в которой я шел. Можно сказать, что Леста не такая жадная. Ну все, увидимся в боях. Пишите в комментариях, какой из этих троих кораблей вам более интересен. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока!